Мен койна Казахстан Туркия саамандыри бацман масин мен кантат матачумен. Армения искренне желает нормализовать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, которая проходила в онлайн-формате на его странице в Facebook. Цитата: «У нас уже состоялась встреча спецпредставителей по урегулированию армяно-турецких отношений. И если эта динамика сохранится, то есть большая вероятность того, что Армения примет участие в дипломатическом форуме в Анталии. Будет нелогично, если мы упустим возможность продолжить разговор. Следует отметить, что мировое сообщество поддерживает процесс урегулирования отношений, в том числе Россия, ЕС, США, государства региона», — сказал он. Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил своего армянского коллегу Арарата Мирзаяна принять участие в этом форуме. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.